Мы сейчас будем говорить о том, как ушедшие люди работают через нас. И очень часто бывает, что они на нас передают ощущение того, например, как они умерли. Был у них инфаркт, у них был инсульт. И мы это чувствуем на себе. Но надо просто понимать, что это отражение того, что они хотят нам сказать. К нашему физическому телу это никак не относится. Мы это чувствуем, но это просто отзеркаливание. Поэтому как только вы произнесли, я чувствую, что у человека был инфаркт, потому что чувствую прямо, что меня вот сдавливает в груди здесь. И как только вы это сказали, все, вас сразу отпустило, потому что информация была дана, то, что от вас хотели. И поэтому очень часто ушедшие люди работают через наше физическое тело, и через жесты, и через мы вкус можем чувствовать, и разные-разные отражения. Но эти отражения, они все происходят, мы их чувствуем физически, потому что наше физическое тело, оно более направлено на то, чтобы нам давать более сильные ощущения. Поэтому, когда ушедший заходит в нашу энергию, никто в наше тело не входит, никто нашу душу не пытается там какие-то поселиться внутри нас. У нас уже живет наша душа, внутрь тела никто не зайдет, так что не бойтесь. Но они, заходя в нашу энергию, например, если у человека был инфаркт, он своим энергетическим пальчиком тыкает в грудь, да, чтобы показать. Но это все энергия, он не физическое тело показывает, он именно показывает зону. А у нас проекция идет именно на физическое тело, как будто мне тяжело дышать. Как только вы сказали, у человека был инфаркт, он тут же палец убирает и переключается на что-то другое. Люди, у которых развито ясночувствование, очень часто работают телом. Ничего в этом страшного нет, никто от этого не умеет.